Историю дом. Ждали в аренду. А мы хотели посмотреть, где они спят. Пожалуйста. А how did come? А как они сюда попали? Через церковь. А еще? Да, вот Костя через церковь пастор привез, потом эту бабушку привезла, у нее мама. Папы нету, а мама. Some of them have partly parents, grandmothers, grandfathers, and through some people who know them, and they just bring them here. But when we are talking about them, they won't feel bad. Мы говорим, что вот как сюда попали. Нормально же? Нормально. Это же нормально. Очень часто спрашивают это, поэтому они... Я с вами, да. They're okay, because they usually everyone who comes here, they ask me about how you come here. And they have a school here? Yeah, they have. They have school. They have their own school or they go to what's the subsidized school? Yeah, school. Government school. Government school. And who supports that here? This, вот с одной семьи четверо человек, можете сказать. Government doesn't support. Who? Government? No, this is private. Я была зимой и летом стройная, зеленая была. Солочка бай-бай, шкома кутывал, смотри, не замерзай. Птичка, зайка, серенький, под елочкой скакал. А, у нее есть внуки, кому 6 и кому 8. У меня один внук, 3 годика. Her grandchildren is 3. Yes. 3 years. But God will bless you. Намасте. И говорит, намасте. Здравствуйте.